За четверть века компании удалось нарастить собственный кредитный портфель до 60,5 миллиардов рублей. Все это время банк активно вкладывается в развитие региональной экономики, отметил губернатор Вениамин Кондратьев. Он лично приехал поздравить сотрудников организации и наградил их почетными грамотами. Кубань-кредит не раз реанимировал предприятия, которые практически уже перестали работать. Они были даже не в предбанкротном состоянии, а в банкрот. Помогая спасти предприятие ценой собственного риска, любое, предбанкротное или банкротное, вы спасаете людей, которые на нем работали или работают. Вы не просто живете в нашем крае, вы вкладываете и в развитие экономики региона собственным трудом, и в жизнь обычных простых людей. И это социальная ориентация банка заслуживает тройного уважения и признания. В этом зале присутствуют все те, кто вложил в становление и развитие банка свой труд, свои знания, профессионализм, опыт, кто верил в нас. За эти годы банк из небольшой кредитной организации вырос в самый крупный банк Кубани. У нас работает 2500 человек. Конечно, 25 лет – это огромный срок. Трудный, тяжелый, рос банк, вместе с тем росли мы. Усовершенствовались, крепчали. А сейчас в банке работают настоящие профессионалы. 75% кредитов банк выдает на развитие малого и среднего бизнеса. Кроме коммерческой деятельности, компания активно занимается социальными проектами и помогает двум детским домам.